Ребят, в прошлом обзоре я вам показывал память и жесткий диск. Ну, для компьютера полноценного, естественно, нам нужна материнская плата. Я ее покупал, чуть позже на нее обзор выложу, в магазине. Значит, ну и понадобится процессор. Процессор тоже с AliExpress. Значит, вот такой вот Celeron-чик. Он боксовый. Получается, с кулером внутри. Вот здесь сам процессор находится. Сейчас я открою коробочку, покажу вам. Заказывал я, естественно, тоже на AliExpress процессор. Ссылку в описании вам на него скину. Так, вот так это все выглядит. Значит, внутри у нас обязательно о том, что это Intel Celeron. Здесь какой-то логотип на бумажке. Нам рассказали, написали. Раз и раз. Видим, что у нас есть кулер. Поэтому он и называется боксовый. Ну и вот здесь вот сбоку сам процессор. Все отлично упаковано, все дошло. Здесь даже есть термопаста уже. Вот она. Ну, я еще добавлю свои обязательно. Вот такой обзорчик. Значит, ссылка на товар внизу будет в описании. Сокет у него М. Я вот уже не помню, но я долго искал, чтобы подешевле был. А, вот его модель J3930. И сокет у него, вот он, LGA1151. 1151 сокет. Все, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Ссылка на товар в описании.